Так, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик, и сегодня вместе с вами мы поиграем в очередной мод под названием «Передновогодний кошмар соседа». Я его уже проходил, но здесь вышло какое-то новое обновление, я не знаю, что добавил автор. Давайте все-таки нажмем рестарт и посмотрим. Также хотелось бы всех поздравить с последним днем весны, все-таки завтра наступает лето, завтра у нас, кстати, День защиты детей. Поздравляю вас с праздником. Это что ещё было? Простите. Что это сейчас такое только что было? Почему зима на дворе? Я чё, год спал, что ли? Как-то темновато здесь. А это что, подснежник, что ли? Почему я на улице спал? Совсем, наверное, мозги уже отморозил. Вот и снится всякая ерунда. Васильевич, пусти погреться! Почему я зимой хожу в кепке? Смеется он там что-то. Ну давай, давай, смейся, смейся. Так, здесь нету ничего. Зачем я постоянно... Нифига себе, у тебя здоровенная стиралка. О. А тут смотри-ка, есть какая-то секретная комната. Мне такое чувство, что я куда-то в купе в поезд зашел. Плацкарт, вернее. Так, подожди, я ведь только что просыпался здесь. Ты писи, что ли? Извини, извини, Васильич, писи, писи. Я тебя не отвлекаю. А у тебя фонарик есть дома, а то я что-то не вижу нифига. От слова совсем. Может быть, у меня дома есть. Это, наверное, не мой дом. Я вообще ничего не вижу здесь. Чё так темно-то, а? Прям очень-очень сильно темно. Опять непонятно где. Да, ну а режим совы как-то не атмосферненько. Такой-то коридор куда-то прямо. Может быть, все пойти отсюда? Блин, ну мне в шортах как-то прохладненько гулять зимой. Так, ну где-то же должен быть фонарь, там еще что-нибудь такое. Зачем я опять захожу к дому к Васильевичу? Пытаюсь попасть к нему в подвал, что ли? Васильевич! А, Васильевич! Так, здесь ключик нужен. Ну и что ты мне язык показываешь? Зачем тебе, Васильевич, это современное искусство, ничего не пойму. Здесь нету ничего. Фонарик-то должен же быть где-то. А подожди, а там, наверное, что-то есть. Васильич, я тебя тут разобью чуть-чуть, ты не против ведь? Тебе какая разница, ноги на стекольном заводе работаешь, постоянно себе по новой все делаешь. Лестница наверх. Все выше, выше и выше. Так. Что это? Я туда даже пройти не могу. Зато могу вот сюда правее пройти. Ты магнитофончик убрал, выключил. А то снег идет, замерзнет все. И зачем я сюда пришел? Не, а зачем я действительно здесь? Джеронимо! Зачем я только что это сделал? Почему я здесь опять очухался? Я ж вот здесь только что упал. Так, ладно. Нужно, так понимаю, найти ключ. Васильич! Ты где ходишь там? Заперто. Ну ладно, заперто, так заперто. С туалета ушел, надеюсь. Да вообще не вижу нифига. Так, где-то должен быть красный ключ. Надо, ну, Василий с собой его таскать, где-нибудь там он и есть. Очень-очень плохо все видно.
тебя холодно, Василич, я печку включил газовую. Надеюсь, ничего страшного. Обогреем чуть-чуть сейчас себе здесь все. Где Василич? Василич! Я вообще ничего не вижу. Че, мне с телевизором, что ли, ходить себе подсвечивать? Не, ну это не дело вообще. А, вот фонарик, отлично. Теперь дело. А куда Василич-то делся? Василич, ты где? Василич, выходи! Ты что, в туалет засосала, что ли? Только что же здесь был. Взял, делся куда-то. Непонятно куда. Так, ладно, нужно ключик найти. Нет, я его все равно найду. Но зачем-то мне нужно зайти в эту дверь, она закрыта, там какой-то секрет. Да, я ведь люблю секреты. Постоянно хожу у Васильевича, все секреты разгадываю. Мне странно, он действительно, он куда-то пропал, по-моему. Василич! Может, уехал куда-нибудь? Да нет, машина на месте стоит. Так, все-таки непонятно, зачем здесь что сделано. Зачем здесь подъем наверх? Зачем я хожу опять сам с собой разговариваю? Может быть, включить нужно? Ну как, я не могу туда пройти. Какие-то невидимые силы мне мешают это сделать. Так, а есть сюда? Уй-уй-уй-уй. Так, ладно. Ну, допустим, я перепрыгнул сюда. О, посмотри-ка. Я могу спуститься сюда. А зачем? Я просто боюсь, если я сейчас сюда выйду, я уже потом назад не приду. Мне кажется, это как-то так работает. Ну это вот выход на улицу. Здесь что-то растит, наверное, не знаю. Либо закопал всех детей соседских здесь. Что еще здесь может быть? Там вообще ничего нет, по-моему. Как и Васильевича. Как-то это все жутковато немножечко. Так. То есть еще нужно, да, два ключа найти? Хорошо, все найду. Наверное. Может быть, и не найду. Так, может быть, в машине что-то спрятал? Нет, в машине ничего нету. Это что за яма? А куда Василич-то делся? Ну, он в туалет ведь ходил. Все, наверное. Закончился Василич. А где ключ-то искать? Не, серьезно. Камеры висят. Они даже на меня внимания не обращают. Очень странные камеры. И очень странный Василич. Здесь все какое-то очень странное. Камера, я здесь, вы меня не видите, что ли? О, нормально, у него хоть здесь горячая вода есть. А то у меня до сих пор не включили. Ну, правильно, у него вон водонагреватель стоит. Бойлер. Так, где ключики-то взять? Не, серьезно? Василич, ты куда делся-то? Алло! Давай выходи уже! Все, ладно, телевизор ты мне не нужен. Нужно ключи искать. Не знаю, где искать, но где-то нужно искать. Тут ключей нет, Василича нет. Нигде ничего нет. Это как-то подозрительно. Быть-то где-нибудь там за баскетбольным мячом или за маской. Василий, зачем тебе маска? Здесь так людей не осталось, здесь даже пугать больше нечего, кроме меня. Да еще за музыка играет. Ты что ли ее там играешь? Ну и что это? Ну вот, отлично.
Василич, и чё это было? Почему я... Что это? Ты чё надо-то? Уходи, уходи! Поймал! Кого ты поймал-то? Что за ерунда? Василич! Опять ничего не видно, опять капканы твои. Стой, что это сейчас было такое? Ты мне надоел. Да ты серьезно, что ли? Опа, ключик нашел. А откуда ключик? От улицы, наверное. Зачем ты капканы ставишь? Ты что, думаешь, тебе новогодние медведи придут, что ли? Поздравлять тебя или что? Нифига не видно. Даже обидно, когда нифига не видно. Так, ладно, ладно, ладно. Так, один ключик нашел. Осталось еще где-то два ключа найти. Василич, где ключи от танка? Сознавайся давай. А то тут не видно реально нифига. Как я здесь что найти должен? Почему он на меня орет? Ах ты мерзавец, да, какой Василий взял, здесь все спрятал. Да, и нога уже второй раз на одно и то же место. Подожди, а это какой? Это у меня какой-то желтый ключ. Да я даже не вижу, каким цветом ключ. Да, это желтый. А нафига мне желтый ключ? У тебя тут даже нет дверей с желтым замком, Василич. А нет, есть. Мне просто сказалось, что он красный. И что здесь? Какая-то подозрительная игра. Чё играем, Василич? А зачем я вообще... А, я сюда погреться пришел. Вот зачем, видимо. Ладно, постою, погреюсь. Не, зачем эта комната вообще нужна? Если здесь... Опять эта музыка. Нифига себе, у тебя люстра какая кошерная. Ты по всему дому светильники, что ли, собрал и на люстру одел? Вот это ты молодец. Не, а зачем я вообще пришел в эту комнату, собственно? Странно как-то, непонятно все это. Василича нет, ничего нет. Говорит, на, говорит, лег, живи здесь, говорит, нормально все. А, блин, 5 раз здесь проходил. И хоть бы раз бы открыл, да посмотрел. Так, подожди, то есть я на улице открою там проход, куда я мог и так просто взять и перепрыгнуть? Ты серьезно, Василио? Ну ты серьезно, это все нет? Я ведь, я сюда и так мог пройти до этого. Еще бы только увидеть бы здесь нацелиться. Так... Ты что-то открываться не хочешь, что ли, теперь? Да ё-моё, надоело. Да я зайду. Да ты издеваешься, что ли? Очешуительно просто. Дай, зайду. Ладно, хорошо, я могу просто через верх залезть, как я до этого делал. Зачем я только ходил, тогда ключи открывал. Я единственное, что не могу понять. Да и сверху я, в принципе, в прошлый раз мог пролезть, да и все. Как я до этого и делал. Ну, здесь же, ну, действительно, все просто. Ну, почти просто. Ну, ладно, ладно, хорошо. Зашел сюда. А зачем я сюда зашел? Че за ерунда вообще? Чтоб здесь провалиться, что ли? И не вылезти. О! Ружье. Ключ. Так я ничего не понял.
А здесь-то у меня дверь. Здесь у меня дверь, которая нифига не открывается. Так, ну подожди, ну я взял ружье, взял ключ. Что-то где-то отключил. Непонятно, что и зачем, конечно же. Отлично! Так, ладно, я понял. Так, ребят, здесь действительно очень странный мод, то есть меня уже третий раз вообще на самом деле выкинуло, пока я пытаюсь его пройти, не знаю, с чем связана ошибка. Там вот, по идее, где дверь была закрыта, туда нужно как-то пройти, хотя на ней даже замка не висит. Я не знаю, может быть, и автор что-то не доделал и так далее. На первом этаже там есть еще пару комнат, и как-то я тут, так понимаю, с улицы, что ли, сюда спускался. Я просто не вижу смысла запускать опять основной уровень, потому что, ну, он реально вылетает у меня каждые 5-10 минут. Это как бы, ну, очень печально. То есть первый раз я вылетел, когда у меня потемнело, второй раз я бегал просто и искал ключи. Третий раз вот здесь. Так, ладно. Какой-то опять второй голос мне тут что-то говорит. Надоело мне уже что-то говорит и говорит. Тут такой интересный. Василич! Василич! Как-то у тебя криповенько здесь в подвале. Зачем ты в подвал пришел? Маленькие дети не должны ходить в подвал чужим дядям. Фонарика нету. Где фонарик-то потерял? Может, батарейки сели? Какая-то музыка странная и подозрительная. О, большая сияющая дверь. Однозначно нужно идти туда. Мне кажется, это какая-то заманушка. Вы пустите, нет меня. Что здесь такое вообще? Где я? И где хоть один фонарь? Я все очень плохо вижу. Так, здесь может быть что-то есть интересное. Ага, здесь есть какая-то невидимая стена, через которую я не могу пройти. Здесь огурчики есть, тоже неплохо. Огурчики — это всегда хорошо. Книжка. Почитать что-то на досуге и так далее. Ладно, пойду дальше прогуляюсь. По досочкам куда-то. Вообще не видно нифига. Куча коробок. Ты что, коробки, Василич, коллекционируешь, что ли? А что в коробках? Ништяки, наверное, какие. Конфеты, наверное, в коробках. Или еще что-нибудь повкуснее. Мне кажется, ли я хожу по кругу? Я просто куда-то иду прямо. А, вот, вот и комната, где я был только что. Ну, я сомневаюсь, что мне нужно вниз в огонь прыгать. Ай! Блин, я походу себе волосы на ногах подпалил. Не вижу нифига. А, то есть вот так, да? Я вот так, наверное, сделаю. То есть мне нужно найти 4 ключа, открыть все это дело, да, и пройти дальше. А я назад-то смогу идти сейчас отсюда? Так, я вот так буду ходить, потому что я не вижу нифига. Так, вот, первый ключик есть уже. Давай искать остальные ключи. Так. Подожди, зачем здесь доски? Здесь снизу же, даже нет ничего. Здесь просто земля снизу. Так, ладно. Я где-то сам начал. Я, наверное, где-то сам начали пропустить. А, вот фонарик. Ладно, я ж без фонарика так похожу. Чё я буду здесь в темени ходить, что-то искать? В темени. Практически как в Тюмени. Ладно. Здесь нигде ключей нету. Здесь ключей нет. Ну нет, так нет. А может быть, есть. Я так понимаю, в каждой комнате должно быть по ключу. Ну, скорее всего. Мне кажется, это как-то так устроено. Может быть и не так, я, может быть, ошибаюсь. То есть, допустим, вот я зашел сюда. Вот. Вот однозначно ключ должен быть где-то здесь, в этой комнате. Ну, а здесь невидимая стена, а вдруг ключ сверху там.
Так, вон второй ключ лежит. Отлично. Так, у меня есть два ключа. То есть в одной комнате я взял уже два ключа. Один я взял здесь, второй я взял там. Ладно, я понял. Так, один ключ явно находится где-то здесь. Вопрос только, где он? И каким он цветом? Пам-парам-парам-парам. Так, фонарик. Зачем мне фонарик? Мне не нужен фонарик. Ну, можно, по крайней мере, сходить назад, открыть дверь и узнать, каким цветом мне нужен ключ. Вообще, можно вниз здесь прыгнуть. Может быть, здесь где-нибудь ключ лежит, нет? Скорее всего, в этой комнате есть. Может, здесь куча коробок? Нет, я их даже взять не могу. Но где-то же спрятаны они. Постоянно куда-то зачем-то прячь. Опа, вон. Вижу. Вижу ключ. А как я сюда залазить должен? Че, издеваетесь, что ли? Это ж коробку не могу ни одну взять. То есть, и... Не, ну серьезно, а как я должен был в потемках все это дело искать? То есть... Такой, а где же ключ? А он вон там вот сверху лежит. Вообще офигенно. Прям шикарно все видно. Так... Пойти сразу узнать, каким цветом мне нужен последний ключик. Чтобы хотя бы определиться с цветом. Так, красный, синий, черный. Так, желтый, желтый ключ остался. Все, я теперь знаю, что мне нужно найти. А вон сверху желтый ключ лежит. Блин, вот реально. Ну ладно, тут хоть ведь он на глаза попадается. О, не-не-не-не-не. Не, ну здесь вот реально плоховато видно. Нормально все. То есть вот так проблемно, да? А как я должен увидеть фонарик, если у меня нет фонарика? Скажите мне, пожалуйста. Ну как-то я должен был его увидеть. Ладно. Пам-парам-парам. Хочу посмотреть, как это со стороны выглядит. Так, и коробочку с собой взять. Ставим коробку. Берем ключ. Ключ берем, говорю. Все отлично. Так, и куда-то заходим. Часики опять тикают. Все, говорит, сейчас лег, все тикается у тебя. Все печально будет с тобой. Оп, говорит, яма, отлично, говорит. Спать здесь, что ли? Опа. Василич, нет! Нет, Василич, за что? Я надеюсь, там снизу вода, я хоть смогу покупаться. Нет, там гроб. Спокойной ночи, Василич. Все, это был конец. Но вы же не думаете, что я просто так вас оставлю? А теперь Василич танцует под песенку с матами, поэтому мне пришлось вырезать эту песенку. Так что, ребят, не забываем подписаться на канал. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем удачи и всем новогодних и летних Василичей. И лайк не забудьте с комментиком.